Поехали. О, в редком костюме, может, чувачка вижу. В редком. Голубым с перьями. Давно его не было. Ну. Только у него шапки нету. Говно, сука, блядь. Фу. Это у тебя впечатление. О, спидхакер. О, надо пока. Где он разгоняется? Я знаю, я Ён. так, наверное, не застрейфлю его нахуй. Ты его рандомь, рандомь. Ага. Ю-у-у-у. Это флэш. Стопудово. Смотрел же вчера Жукова, он так про Лигу справедливости интересно рассказывал, что говорит, типа, когда за флэша зашел разговор, говорит, вы когда-нибудь видели, говорит, как самолет развивает звуковую скорость, что происходит? Чем? Ну, типа, говорит, вот он когда бежит, там вокруг должно все, короче, там окна выбиваться, вот он там гул должен стоять. Дагестан сила, брат. Гол Пикадо. Пикадо, Пикадо. Быстро, потом у него лицо нагревается. Let's go, Пикадо, Пикадо. Движение очень сильно. Потом, ну, прикольно, там столько научных штук. А, читеров Пикадо, да хера слишком. Согласен. Ну что? Пикадо, да, это. Да, чуваки тут в Пикадо хотят, а это, там говорю, читаков до херища сразу падает. Зачем ты вообще часто об этом говоришь? Потому что тут читера босса на спидхаке, короче, вот ему привет. Его обоссали уже давным-давно. Понимаю. Да, полетели. Отключил общий чат. Ну, видишь, у него масса тела-то не такая, как у самолета, допустим. Какая разница? Ну, большая. Ну, у самолета обтекаемость, понимаешь, у него аэродинамические эти, а у тела нет аэродинамики. Какого тела? Ну, как это нету? Ну, ты смотри, ты когда на мотоцикле едешь, ты же пригинаешься, и он же такую же форму делает, типа. Так что тут палка о двух концах, ебать, я тебе форму скажу. Хуя. Да, форму члена, в принципе, так. Да. Форма члена обтекаемая. Не, вот самый прикол, вот самый прикол сделали, вот ты так и не посмотрел этих, да, пацанов? Блядь, нет. Ты в натуре, ты посмотри, вот там все эти нюансы учитаны, блядь. Прикольно. Там есть такой персонаж, поезд А его зовут. Вот он там. Прикольный чувак, такой нигерок. Ну, как его? Афроамериканский. Я слышал, что Кевилла уволили, и Супермен теперь будет негр. Я такой, чего, блядь? Серьезно? Ну они там же делают что хотят, блядь. Они уже настолько обезумели. С этой толерантностью, ну. Да, согласен. Попутали берега вообще. Они ж там до краев не видят вообще. Блин, только не говорите, что опять читак. Да. Читер? Да. Он остановился, слушай. А, нет. Нет? Он вот сюда в дома пошел. Понял? Да. Тут двое. Уже. Эх, восьмерочку не на что надеть. Не на что надеть восьмерочку. И он бежит. Ой. Мне ж не видно, у меня боком дом стоит. Да, я знаю. Ну, сорянский, сорян. Ну да ты там давай это. Еще один там есть. Ну ты там давай, короче. Мне похуй.
Тебе, может, его видно вот здесь, в крайней общаге. Смотрю. Вижу. А, второй этаж вижу. Сейчас. Второй этаж. Все, убил. Ну, он такой, посредственно тоже чел был. Он даже, по сути, ничего не хотел. Посредственность. В смысле, я первый этаж лутал уже? Как так? Да, прикинь. Посредственность. У нас еще двое. Или четверо. Держи, тут я подумал. Он у тебя в доме уже. Угу. Выйди на балкон. Я жду его. Бот какой-то. Еще один бежит. Спасать его. Миша, он шотанный. Сзади тебя. Я вижу. Обхожу. Я сломаю ему лицо сейчас. Блин. Ты меня, сука, опередил. Я опередил тебе, блядь, О, минька хотя бы. Ну вот. Почечка тут. СЛР. О, возьму. Почечка. Возьму. Пятерки есть? Есть, но не про вашу честь. Я пошел в жопу. Типа пятаки у этих забрал, слышь? А? Ага. Че говоришь? Типа пятаки забрал у них. Я тебя цыплю, на. Камно. Да. Да я тебя цыплю, иди сюда, мне не лезет ты хуя, бля. Рот отделено. Некрасиво говоришь, некрасиво, блин, А чё, были кто-то еще с нами, нет? Ну, вроде вот эти двое только падали. Ну, вот эти двое еще. А кто дым кинул, ты? Да. Дымы лишние. Угу. Иду я хоть свою общагу залутаю. Да, лутаю, точнее. Тебе пятерка сыпать? Да. Ах ты ж говно. Ты прям внизу? А, вот сюда. Да. Каску целую надо. Ну и что я вам могу сказать теперь на этот счет? Сан Мартин наш? А, нет еще. А что нет? Опа. Америка, Европа. Обрадовался ты раньше времени. Да не говори, что так, кто это, ага. Давай дом с баннером заберем. Давай сейчас подтянусь туда. А с чего он стрелял, ты это понял? Винчестер. С этого, с винчестера, да? Ага. Блять, на тачке поехал. Слышишь, а тут лутано. Да это эти лохи, он только высунулся, я ему дал. Бля, пришлось выпрыгивать. Тут лутано. Да, да это вот эти на этом лутали. Вот там чего-то с ВСС или с Вектора. Не с Вектора, с Усика что ли, или с ВСС. Куда они проехали? Оттуда, в сторону Монтану его. Нет, тут с этой стороны вроде стрелял, с города. Нет?
Ну да, тут... Так они вижу, ехали... Вижу. Ага. Вон там, Я понял. Зеленая хуйня такая, понял? С красненькими... А, все понял. Длинная, да? Он дверцу, да, дверцу открыл. Он там сидит по центру. В белом такой, короче, челик. Двери там открывает, закрывает. Угу. Жалко. Найпы нет. Но есть СЛР. Ой, а грызашки? Побежал вот дальше, я его там не вижу. Че, зажмем? Я не знаю, правда, где второй там его дружбан. А, вижу дружбана. Да. Через дорогу бежит. Да. Один шот попал, а ты попал? Да. Вон он, ага, в белом стоит. За этой херней. С моего края, вот за этой. Ща, погоди. За забором справа стоит? Нет, за зеленой херотой этой. Понял. Там дым идет? Да. Да как их обходить, я не знаю. Может слева обойдем их? Дядь, я слева пошел крутить. Я не знаю, как там обходить. Там все открытое. Слышишь меня? Да. Здесь хаи? Да. Не вот в этой будке, походу, сидят. Дай хаешечку. Блядь. Видишь их, нет? Нет еще. Забор обходи полностью по кругу. Вижу. Отходи на меня. За забором. Да. Ага, все понял, сейчас. Вектор стреляет. Там же, это их двое, да? А, вижу. Тихо. Вижу их. Они на тебя агрятся. Ну, понятно. Все. Хорош. Отвлек. А он не давал мне этот угол, он сразу подходил и меня наяривал. Он не давал его забрать. Чё там, вот все миксы, блядь, глушитель, блядь. Сейчас есть компенсатор на этот? Ну я тут не вижу компенса. Ого, 7 аптек, это хорошо прям. Две скину. Вот он с Минчестером этот чел. Угу. Я же тебе говорил, что был кто-то такой тут. Кто-то такой опасный тут бил. Какой-то опасный тут. Чучка, X8. Блять, Винчестер и Вектор, блять, пиздец, блять. Вот это, сука. У него, блять. Вот что значит сетап бомжа. Ну вот он меня чуть не. Ой, а семерок ты чего не взял? А меня этот чуть не убил, нормально там накидывал, сперил или что он там накидывал? Наберил. Берил СКС у него. Мы в зоне, кстати. Прикольно. Что, также забираем этот дом с баннером? Если что, в общагах баги стоит. Понял. Тебе восьмерка нужна? А у меня есть уже. Там в трупе была восьмерка, если что. А я шестерку взял. На СЛР-ку.
я видел. Пятерок. Чувствую, сейчас пожалею, что этот. У меня пятерок взял. Мало. Да? Чувствую, сейчас пожалею, что взял глушитель. Мущитель. На чё? На автомат? Я там компенс коммунизил. Я пока не нашел компенс. На вас полигаса нас. О, нашел все. Третий шлемак нашел. Вообще красивый, блин, дом показался. Эй! Ну, ара! Я фул Т3, короче. И я фул Т3, кстати говоря. Компенсатора нет на ДМР? Найду, скажу. А что ты коряк не нашел, что ли? Коряк? Нет. Я с СЛР-кой. Ну понятно, я с миником. У меня глушак, кстати, на ДМР. Прикольно, у меня на АР-ку. АР-ку? Да, АР-ку. Правда, у меня жилетка кот саный. Есть мотайка у нас, у меня. Угу. Поедем на дроп? Прям на нас летит, кстати говоря. Ну, давай, подъезжай ко мне. Сейчас подъеду. Не скинул еще. Скинул, нет? Нет. Скинул. Красная зона. Тачка едет. Мирада. Забираем? Ну да. Колесо пробил. Поехали. Подожди. Я заряжаюсь. Они забудкой. Да, вижу. Не. Уже на меня целит. За будкой. Понял. И за пригоркой сейчас хедаю. Давай. Блять, чё, не это? Еще одну даю сейчас. Одного ног. Обхожу слева. Да, я справа. Слева. Я справа. Хорош. Матак. Сверху у нас. Да. Уехал куда-то. Ну, я проехал. Темпенсутер. А, эти типы тут, короче, остановились вообще, вот. А, маленькой хунюшечки, да? Нет, это... Я понял. Это эти, как их... подожди. На бузики, которые ехали. Поехали? Сейчас. Большая аптека, можно забрать. Компенс тут возьми. Семерок на уме. Ага. Накинешь на эту. На миник? Ну да, ну что тебе надо было. Так. Ты отметил, да, типовчик? Ага, вижу бусик. Бусик вижу. А не мотак, что ли, взяли, да? Походу там мотак был. И съебали, да? Угу. И рамы Мирада им раскурочили. Да, пиздец. Ты что, коряк не взял? Там был? Да, вот он. А дашь мне тогда глушитель? Да. Я там же скинул. Возьму. Там пощечка на него.
Блять. А по чучку вижу, я скину на него и кончено. Че дроп летит? Вот на него поедем. Сорян, пацаны, конечно. О, скинул, поехали. Поехали. Сразу это, убирай гранату или пистолет. Скорпион, выбери. Пистолет взял. Обойма на скорпионе 40 патронов. Дымы есть? Быстрее, смотри, что там. АВМ. Бери. Забрал. Че, куда поедем? Мы за зону выезжаем, в принципе. Не знаю. Можно дроп почекать, может что-то придет. Два человека, я не знаю, придут на дроп кто-нибудь или нет. Сзади тачка едет, Миш. За бугорком вот ты. Поехали, быстрее. Давай. Я там одному прописал. Они на горочке что-то становятся. Прокатились на горочке. Вот они, внизу. Хорош, просто 4 минус. Ебать, иду тачку. Ой-ой-ой. Тихо. Уходи. Это читеры. Забей, это читак. Блять, откуда он? Это читак, забей. А где он? Он все патроны попадает. Я не знаю, я не видел его. Понятно. Лежат. Вижу. Все пули попадали они. Блять, плохо, что у меня не это. А пиздец. Там же лежат. Я в опене в лютом оказался. Говно обосранное. КВМ жалко, блять, обидно. А я попробую. Лёжа, сука, стреляют, блядь. Ну я тебя понял, кто они. Животные. А там что-нибудь третье оставалось там внизу? Поди на спидхаке, сейчас перебегут, блядь, суки. Кот, потерпи. Блин, ну у тебя авик, сука. Ну да, сука, даже не стрельнулся, не видно. Херово, что читеры, блядь. Просто, угу. Ты что, побежал их лутать?
Блин, ну ты капец, конечно. Откуда ты знал, что так происходит? Просто патронов много выстрелил, мы ж по тачке зажали, и по этим не зажал. Тихо. Я минус две был. У меня как бы тоже минус две обоймы было. Дурак что ли? Ёпта. Ебать, какие крысы, просто пиздец лютые. Сидят по двум сторонам и смотрят, ждут, блядь, чего-то, блядь. Я в ахуе. Капец вообще. Этот-то вообще сидел, курил, похоже. Да они ж себя пердели, они боялись же даже пошевелиться, блядь. Он же даже боялся пошевелиться, не дай бог, блядь. Так ты такой заходишь, здравствуйте, он даже не среагировал. Я сам был в шоке, просто реально. Я так охерел. А прикинь такой, ты бы просто сел рядышком, посидели, я бы скриншот сделал. Фото сдал. Да, сдал бы я бы другом, да? О! Идет! Да! Нихуя себе! Я тебе говорю, это остались одни, блядь, долбоёбы и читеры, всё, блядь. Больше нет, сука, игроков нормальных. Только, сука, конченые уёбки, ушлёпки, которые, сука, сидят, блядь, по углам, блядь, дома. Либо читеры, блядь, всё. Вот вся тебе игра. Просто минус два, дядь. Да, видел, красиво. Так ты видел это овечки, блядь, они на картах идут, блядь, по полю, блядь. Пиздец, я в ахуе с таких. Они были в Сан-Мартине, слушай. Опа. Угу. Тихо. Блядь, я не в зоне. У тебя мотак есть, что ты, блин, да, видишь? В курсе я, ну там же видишь эти. Там у этого третья каска была целая. Ты не в каску разве попал ему, нет? А чуть-чуть коцана. Ну если тут читаки будут, это вообще будет жесть. А никого не исключали, да? Никого же не исключали? Хорош, пиздец, какие тупые все в сраку, блядь. Ну сейчас меня читеры заберут. Нихуя себе ты сминки накидываешь. Да это еще медленный режим. Ну, да. Надо быстрее. Я не умею быстрее. Ее туда поднимает. А, один остался, чел, слышь? Угу. Если это читак. Я сразу писал.
Ух ты, блядь. Говно такое. Где он? Ага, вон, вижу. Опять мне в голову накидал, сука. Да, давай еще. Уджиджи! 14 кило. Это было круто. Тупорылый, блядь. Да, да, такой шотик еще один ждал. А я 4 всего лишь сделал. Ты 14, нормально. Ну, 18 фрагов на тиму, нормально. Ну, мы там хорошо расхуярили, две тачки просто пиздец. Мне понравилось, как мы эту Мираду взорвали, блин. Да, и снизу сразу двоих забрали. Да, да, вообще по красоте. Да, блядь, надо было не идти лутаться, видишь, и что-то я, блядь. Ну, тогда бы мы этих двоих читаков сразу забрали. Ага. Но не факт, чтобы мы поехали в этот там этих приколистов встретили, которые сидели там. Хорошая гаточка, хорошая, прям вот в нарезочку ее надо будет достать. Прям хорошо, что записалось еще. Так, сейчас я отойду, блядь, секунду. Как-то их пачками, короче, уничтожал. По двое сидят, так они сидят по двое. Там БК развернет, ебалом клацает. Блядь, смешно. Ну слушай, миник стал убивать с 3 патронов, ну 3-4 патрона. То есть, ну да, я хотя еще и в голову там попадал чувакам. Угу. Сейчас секу тогда. Отойду. Давай, отходи. Пум-п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 ум.
все, я тут, поехали. О, голожопый, слышишь? О, два голожопых, скорее всего, читака. Слышишь? Два голожопых там, нигера, черно-белых. Пацаны, пользуйтесь, да. Чего? Да, там два голожопых меня каких-то гасили. Че, опять Сан-Мартин? Давай. Ну, классная катка была, прям мне понравилась. Типов вот этих хорошо мы за забором забрали, так прям. А за каким-то... А, ну. Я был в шоке, конечно, с того, как ты начал этих забирать пачками. Просто, блядь. Просто вообще, блин. Какие-то боты. Такие хлебушки, блин. Да, не читеры бы мы с тобой надавали бы там люлей чувакам. Ну да. Ну слушай, ну они все выстрелы попали. Все. Да, да. Так они, не в меня тоже. Я только высунусь, он меня... Шлёп-шлёп. Ну, они не ожидали, что я с миника буду так стрелять. Надо сейчас попробовать опять миник взять, накидать это. Накидывать почаще. Сан-Мартин пуст. А, нет, на крышу. Ой, на гору падают, Миш. Я вижу. Худоенка. Так. О, конечно, лучше в центральных домах попиже будет, чем в этих общагах. Ну, базара нет, но тут тоже можно что-нибудь найти такое привлекать. О, миник. Да. Да, согласен. Почечку оставил на всякий случай тебе, если что. Не, там место залупное, конечно, с этого. То, куда они спрыгнули, это пиздец. Там тоже миник нашел. Чисто место таких крыс. X4 нужен? Да. Ой. Я бы, если честно, калаш взял. У меня есть калаш, я поменяю тебе на эту. Третий броник тут есть на втором. У меня есть третий броник. Понял. И этот, скорелька у тебя? Да. Давайте калаш ты мне скорельку. Давай. Просто 30 семерок вообще. И миника тоже. У меня семерок. Ой, я пятерок, я не знаю, тебе дам или нет. У меня есть 130, мне хватит. Ой, СЛР-ка. Все, не надо. Я останусь. Пятерок скинул тут. Ну я берил, пока взял, если что. Так
что. Да? Чечку четверку скинул. Нету места. Да? Отметь какой этаж. Так, отметил тебе Патрики. Блять, может. Может вектор взять? А, четверка есть. Еще миник. Может вектор взять вместо калаша, что думаешь? Не знаю. У меня идея. Это калаша вектор? Не знаю. Mm-hmm. Ну мы тогда по тачкам не зажмем. Ну да. Ладно. На четвертом этаже, короче. Отчетка и 4. На четверку ты нашел. Mm-hmm. Четверку нашел, отчетка. На четвертом этаже. Нормально. Я первая шляпа. Я вообще без каски. На четвертом этаже справа или слева от лестницы? Справа. Блин, плохо, патронов мало лазит. Ну я в принципе с калаша-то мало и стрелял. Дети чебуреки. Пятерок поскидывал. О, калаш. Они, наверное, спускаться будут, да, слева пойдут вниз, слышишь? Я так сделал. Ну не знаю. Может они там тусить будут. До того. Я говорю, не справа, ну справа просто там пройдут вниз, спустятся, где пожарка. Ну что-то почекают, чуть-чуть почекают. Я сейчас пойду на эту. На дом с баннером. Ага, давай. Я в кирпичку туда. Тебе вертикалка не нужна? Нет, у меня калаш миник. Пинг подпрыгивает, жал. Ка. В прошлой игре, наверное, пинг был хорош. Что я даже не обратил внимания. X2 нужен. Ой. Поспрыгнул на ту сторону. Может скорелечку взять? Боты что ли? Пятерок мне дашь, если что? Челы у нас. Блять, ушел, в голову попал. Вижу. Блять. Ты пятерками не поделишься, сынок, чуть-чуть? Тут в моей хате были. Так, а здесь не вижу, здесь. Тут вот пятерки. И чуть-чуть. Пойду поищу на втором этаже. А так едет. Да пошел нахуй. Даже мимо проехал. У меня не... один зажим пятерок. Каски нет. Второй. 2x тебе нужен еще? Да. Да, тут есть в доме. Захватил. Ну где эти типы? Да в доме где-то ж там дрочит теперь. Блин, я по ним поднакидал так нормально прям. А, вон на первом этаже вижу. Бегает. Я не по ним. Байч. Понял. На крыше. Вижу. Блядь. Третий этаж. Thank you.
Он слева, с левой окна там, на краю самом. Видел. Два шота получил. Там один с коряком, если что. Это хуёво. Который в белом. Который не знаю с чем. А что-то наверху мотак стоит на горе, прикольно. Да-да-да. Я тоже сначала на него посмотрел. Чего? Рысяки? А, он вижу, типа. Где он? А он... На крыше? Нет, на последнем этаже. С краешку торчит. Нокнул. А, вот с того краешку торчал. Угу. Нихуя себе. Не, я ботаника нокнул. Двери разбиваю. Угу. Читеры. Угу. Дверь там поломал. Ага, вижу, на этаже бегает. На каком? На крышу, наверное, пойдет. На последнем, на крышу, наверное, пойдет. Они, наверное, назад будут отходить. Так, я крутану, наверное, потому что они уже знают, что мы здесь. Да, можно не крутить. Ага, вижу его. На последнем этаже сидит. Я буду крутить, короче, туда буду. А зачем? Если ты его не увидишь. Ты если закрутишь, то... Если меня нокнут, ты меня не поднимешь. Ну да. Они до того там будут сидеть. Я общаги займу пока. Попробуй. Ой, оп. Все, я вообще бы занял. Видишь? Ага, вижу его опять. Я не вижу. Я только эту сторону смотрю. Да, смотри. Я просто взял угол, чтобы они не отошли за здание и не пошли на горку за мотоком. Что такое чел по съебам дал такой? Два икс твой лежит у меня еще. Придурок, блядь, ты куда лезешь? Прям под этот вылез. Под прицел. Я не вижу вообще. Нихуя себе, грызается. Ну, пытается что-то, ну. А говоришь, миника не боятся, ну. Оп. Ух ты, откуда? С горы. А по кому? С горы. Не вижу на горе никого. Поднимусь сейчас на этаж на выше. Они убегают, дядя, вот сюда уже убежали. Домики маленькие, понял? В маленькие домики пошли? Да, они забежали. Оба? В маленький домик. Да. Все. Иду. На мотак бегут. На мотак? М-
Ну, еще один шот. Ну, еще один, да. Нокаут. Поле. Блять, сука, он за забором стоял, меня смотрел. Тихо. Не ползай. Забирай так. Их, он за забором его, блядь, поднимает. А ты не успеешь, пока он его поднимет. Я на мотоке. А, понял. Сука. Гандон, блядь. Блядь, хаешек нету. Ага, убегает в дома. Дома ушел. Желтый дом. Бежит, я его вижу. Я его бежит не вижу. Красный дом бежит. Ага. За забор ушел. Туда он больше справа от тебя будет. Вижу его. Угу. Дядь, приедь, подними меня, потом... Отекаю, чувак, ты не успеешь меня поднять. Не жадничай, поедь. Сейчас. Блять, это кто такой? Все, мой дотек. Спасибо. Вовремя ты приезжаешь. Да ты, блять, нахуй ты ползешь, сука, придурочный. Да нахуй ты, блять, сука, блять. Пидор тупой, сука. Да ты дебил. Ты дебил. Ты чё такой дал? Нахер ты ползёшь? Я бы успел всё сделать. Нахер ты полз? Просто оленевод. Чуваку шот оставался просто. Смотри, как даун. В два раза быстрее вытекаешь, когда ползешь. Нет, он с верхнего этажа пополз вниз. Да такой круг сделать. Просто имбецилизм вообще. Было просто не ползти, вот и все.
Так, пойдет. Ну, типы. Тут уже отчаянно просто сражался на похер. Друга добили. Дым не кинул. Не успел. Пока бежал, думал, пересекем местность. Я сейчас его вольну. У меня же М24. Всем похер. Может, изначально даже тройки не было. Быстрее бы это все было. С8, короче, нужен вообще по-любому. Семерку, плиз. Увал маги. Где? О, хороший дроп. О, красава.
повело бы его. Пулемет этот. Тупые что ли, блядь? А вон он. Ой. Сколько я тебя отнял? Вообще нифига не понятно, а кто по нему попал, по чуваку, поэтому. Странные ребята. Выше пуля, походу, пролетала, да? Первый раз попал ему вообще в ногу, когда он стоял. Посмотрим, долбодятлы, как вас заберут. Челик, ты будешь стрелять сейчас чисто в это. Туда еще прибежали, что ли? Там же типа который. А, вон он. Ну я, конечно, ребят, не знаю. Что это за стрельба такая, блядь? X4. Что это? Ты кто? Ты кто? Ты там, наверное, не знаю, ты первый раз зашел сюда, чел. Вот это твоя пятая, может, катка. Уфуха, получил.
это просто, это боги игры, просто боги. Вот это еще целится, ну, хоть что-то, она меняет позиционку, там, хилится. Те вообще просто какие-то... Как? Это да, я еще стоял там в поле, в чистом, блин. Ну, поднакидаем, ладно. Следующего карточку поехали. Да.
козлы, блин. Дать пока. Пока чил, и надо было. Тачка постоянно спала. Точила. Блин. Два раза он пророс. И хер был. Тихо.
пошел. Чё? Угу, один, конечно, конечно. Тоже опять без кино уже, блядь. Сейчас я могу КДшечку надо резко. Прям вот все попал нахуй. Ни разу не промазал, как начал стрелять. Thank you.
Ну тупой ты, чел вообще. Что тупой? Тут еще не лучше. Что же тупоголовый как эти? Просто лютый дебил. Долбоящер. Тоже два неадеквата. Да, ребят, мы еще и свою команду. Fire Woodman. Моя. 199. Серьезные ребята. 0 фрагов. 3. Им туда тоже надо. Пойди. Кем нам кого-то там видеть. Интересный. О. Дебилы. Тоже дебилы еще те. В глазках ползаем. Блин. О, это вообще выйдет. Просто, Вы просто подходим сзади к чувакам, из-за зоны начинают стрелять. Охренеть. Просто. Муа, умочки. Ну вот вы против меня такие не попадаетесь. Бицилы. Пилица стоит там. Челы вообще. Правильно, посмотрится. Два, один остались на ноги. Одного чувака убил. Похер, он даже его контрить не забыл. Бойня уникальных людей вообще.
Да, я все дымами закидаю. О, пешек-то нету, да? Нечего под... В дым будем стрелять. Конечно. На шару. Точно ноги не прострелят. По-моему. Ни у кого из них хаешек нет. Остальные. Ножку. Вот это же в ноги им постреляй. Капец. Буду сидеть до того. Там у меня будут аплодисменты, только плескать, что ты выиграешь сейчас. Лучше же поступил. Не знаю, что он за дальним деревом, да, конечно. Механизм. Ножка пукает. Фу. Лучший. Бой для долбоеба был.
еще не напарников не буду. Максимчик. Вот так вот. Донатный челик. Донатный. По халяве досталось. Ну чё, дружище, как костюмчик сидит? Нормально. У тебя нет такого, что ли? Ну что, парни? Есть. Да выживи сильнейший. Удачи вам в этом бою. Давайте, GG всем. Да, именно. Всем мира и добра. Куда прыгать? Думаешь, на школу? Ну да. Если выживем. Ладно, оружие попало им. Вообще обычно на починке прыгаю. С нами 8 человек где-то. Как-то к оружию попасть. Раз, два, три, четыре. Вижу четырех пока. Еще по оружию. Полная фигня. Да эти летели. Или они свернули? В бассейне. В бассейне чело. Не залили меня, там двое.
второго забрал. Вот так. Если честно, тоже кола ждал. Общаги падали? Так, я пришел. Угу. На общаге падали? Чего? На общаге падали кто-нибудь? Да. Тут миник наверху, если что, только без патрона, правда. Там этажа. Да, у меня М24. А, ну все. Ага, вижу. Дальняя общага вот. Жёстко. Всё понял. Что за по прицелу у тебя? Прицел какой? 3x. А. Спасибо. Надо как-то их это... О, коряк. Терки скинул на мне. Да чё вообще за... Там читаки, походу, какие-то. Знаешь, посмотрим. Пикаешься сразу, да, мочит? Пикайся, пробуй на одного только. Там же. Я пойду мотоцикл возьму как-нибудь.
Че, поехали? Сейчас поедем. Успеем еще. Надо попробовать их. Жогнуть чуть-чуть. Они свалили что-ли оттуда? Там же, да? Не, на 240. В домик? Да, туда побежали. Дима, так. Зона будет по-любому. Что ты куда хочешь, на мост? Давай, поехали. Садись. Прячься за ящик. Блять. Ящик, а, все вижу. Догоним их, не? Да не, мы их не догоним, нам нужно... А, не, вон они приехали. Они приехали в этот кемп. А, тачку какую-то? Тогда уж. Не битую. Или лодку, чтобы на сосновку свалить. Вот баги есть.
кто с кем подлутаем. Шапчик нет. Тихо, тут есть кто-то. Я только что увидел голову в окне. Да, двое. В доме на 30. А, в этот, в длинном, таком большом? Да. Угу, понятно. Вижу. Нокнул. Угу. Один из. Сейчас я в армии. Баги едет сюда. Что-то обоих забрал? Да. Бать, там типов колбасит, конечно. И все там залутали? Угу. И двери позакрывали. Надо аптеку. И бустов. Бинтов. У нас лодки тут нету, да? Сейчас погляжу. Не, есть. Лодку так, видел. Ворали. Лодку видел вот тут. Дача приехала. М-м-м, М-ка топовая тут.
На мосту сидят двое. Угу, сейчас, подожди. Было бы расстрелено. Один именно сидит. На 85. Да чё, побежали они там, не выйдут теперь. Или подождем? Да, в принципе, пофиг вообще. Да, до завтра бежать еще, дай бог. Ну да, они на машине. А я им пробил колесе на баге. У нас тут тоже тачка стоит. Ну, в зону заедем. Тут дроп смотрел. Подъезжай к дропу, может, что-нибудь доставили. Помоги. Парк, мутация больше. Да я дроп хотел посмотреть, что там. Был не лутан. Кого видел? Выбежал тип. Да, выбежали, а им машину взорвал же. Угу. Тридцать шесть секунд. Поехали.
так не заедешь. Ты что делаешь? Вау. Было круто пошел. Чуваки, я вот видишь на этом? Чувак, на мотайке возле дропа. Я чуть-чуть не попал. За дропом. Дым кинули, чуваки, вот тут. Чел за дропом. Баги заводят. Где он? Надо топ занимать. Чуть-чуть осталось. Надо. А, вон, типы на горе вижу. Поехали? 22 секунды. Тачка, тачка у нас. 12 секунд, поехали. Да сейчас, подожди, тут чувак стоит. Хрен на него. Газой, газой, газой. Он коцанный вообще в хлам. Сука. Куда зря ты заехал? Иди в жопу, дебил. Зря. Потому что сразу говорю, идти надо. Чувак стоит. Не доживет он до зоны. Топ надо брать. Ведут себя, как первый раз играют, ну. Рандом это боль.